Кызыле объявлен режим ЧС в связи с потоплением двух микрорайонов. Каждую весну многие жители частных секторов правого берега и ближнего Кахема вынуждены защищать свои дома от талых вод. Днем 24 марта жители по улицам Буренская, Вторая Буренская и Сергей Лазо забили тревогу. Огороды и прилегающие к домам территории полностью затопило талой водой. Вечером того же дня многих пришлось эвакуировать. Мэрия Кызыла, Минприроды и региональный МЧС в этот же вечер на базе школы номер 12 развернули пункты временного размещения с местами для ночлега. Пункт временного размещения начал свою работу 24 марта с 16:00. Первые пострадавшие стали поступать к нам в 17:50. На данный момент зарегистрировано 71 человек, зарегистрирован. Из них детей 30, взрослых 41. Часть населения у нас отселены к родственникам по собственному желанию. Значит, на данный момент в пункте 43 человека. Значит, в пункте работает круглосуточно, сотрудники школы работают, полицейские работают, медицинская служба. Пострадавшие обеспечены трехразовым горячим питанием. Все это время на территории частного сектора по улицам вдоль горы дежурят сотрудники полиции для недопущения мародерства. Сотрудниками полиции ведутся мероприятия по оказанию полиции и граждан, помощи гражданам, чьи домовладения оказались в зоне потопления. На данных улицах в настоящее время выставлены наряды постовых, обеспечивающие сохранность имущества. И оказывается вся необходимая помощь, в том числе эвакуация граждан из этой опасной зоны потопления. Ну и инспекторами ГИБДД, обеспечивающие безопасность дорожного движения и регулирующие маршруты движения транспортных средств. В этом районе нет ливневой канализации, поэтому вся талая вода ручьями течет прямо к калиткам домов, которые расположены на скате. Со слов коммунальщиков, в этом году защитная дамба не выдерживает потоков воды, поэтому вдоль горы Хербис ведутся работы по возведению защитной траншеи. Производят работы по дноуглубительным этим, ну, земляные работы, то есть дно углубляем. Помимо этого, мы расчищаем дно от бытового мусора. Население вот этого нашего города в последнее время особенно стало захламлять свои ближайшие территории. Кидают дохлых собак, кошек. Я к чему? Потому что чтобы имели информацию, то, что люди эту воду будут пить. Вода пришла, и она сдренирует, придет к ним в колодцы с этой гадостью со всей. Значит, призываю население вот данного района, да, стараться вообще не захламлять дамбу. Какая бы она ни была, она дамба. То есть осуществляет определенную защиту. Вот. Ну, а внезапности. У нас всегда внезапно. Все лето мы убираем мусор, который вы кидаете. То есть вся техника занята на уборке мусора вокруг города. А до дамбы не доходит. Весна пришла, снег тает. И одно и то же. Мы сначала расчищаем, подчищаем, подсыпаем. Санитарные врачи напоминают, что в период паводка возникает угроза распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний в случае употребления воды из трубчатых и шахтовых колодцев, артезианских скважин, расположенных на подтопленных территориях. Для недопущения подобных случаев рекомендуется использовать для питья бутилированную воду. Чтобы вода не поднималась и не затапливала ограды и подполья домов, продолжится откачка воды и работы по продлению защитной траншеи. Но этого недостаточно. Владельцам частных домов также стоит предпринять меры по очистке снега на своих участках и прилегающей к дому территории.